Красноярск вернется лето. Солнечные и теплые дни обещают ближе к выходным. Все о погоде на этой неделе. Проблемы с дачными автобусами. Сезон посадок в самом разгаре, а любители грядок не могут добраться до своих участков. Что не так с общественным транспортом для дачников? Аэрофлот передает все рейсы из Красноярска своей дочерней компании «Россия». Многих такое решение не устроило. Люди жалуются, что из-за этого у них меняются маршруты перелета. Смотрите на этой неделе ежедневно в 20:00 в эфире, на нашем YouTube и во всех соцсетях. И помните, ТВК – это не только ТВ.